Давайте приступим уже к следующему заданию. Катерина! Катерина Сфорца! Я знаю, что ты там! У меня есть то, что тебе нужно! У тебя дети не пропадали? И Эцио Аудиторе здесь? Какой приятный сюрприз! А вы, должно быть, братья Орси. Людовико! И Чекко! К вашим услугам! Довольно! Где мои дети? Отпустите их! Конечно, сеньора! Мы будем рады отпустить их! За кое-что ценное! За некую карту! И за некое яблоко, брат! Да! И за некое яблоко! Или мне перерезать горло твоим малышам! Негодяи! Думаете, что запугали меня? Я ничего вам не дам! Вам нужны мои дети? Забирайте! Мне есть чем делать новых! Если вдруг передумаешь, то они будут в деревне, за городом! У тебя ровный час! Катерина, нет! Я не допущу, чтобы ты жертвовала детьми! Никто и никем не жертвует. Верни их мне, Эцио! Си, положись на меня. Яблоко должно остаться в крепости. Охраняй его. Итак, крестный отец спасаем детей Катерины. Кто ж, кроме как Эцио, или как не он? Ой-ой-ой-ой, за 10 еще минут. Надо было назвать задание «Спасти детей за 10 минут». Было бы более громко. Побежали, времени у нас тут разбираться ни с кем нету. Плюс там еще вдруг не найдем нужную комнату с теми детьми за 5 секунд до таймера и все тому подобное. Поэтому побежали как можно быстрее, скорее. Но я думаю, будет все нормально. Единственное, мне интересно узнать дистанцию, потому что не указано, сколько нам тут осталось бежать. А то, может, уже еще и половину пути не пробежали, а какие-то планы строим. Да, судя по всему, еще долго нам, учитывая, раз нам дали 10 аж целых минут. Да ладно, уже 9. Можно, конечно, и карту открыть, и отметку поставить, но какой смысл, если мы уже все равно в пути. Ну и деревня, это понятно, это... Я думал, она дальше будет. Потому что тут есть другие деревни. Ладно. Все не настолько пессимистично, как может показаться. Ой, боюсь. Прям вообще. Что ты делаешь? Тебе его должен ножиками закидать. Все. Это все ваши люди? Какая глупость! Их же вам не хватит! Моя мама страшна, мне... Все именно, спасибо, верно мне, ты сэр. Говоришь. Но мой брат Октавиан, они держат его на маяке! Побежали. На маяк. Много обходными путями будем, дабы нас стражники не заметили. Лошадку немного плющит сюда. Так, стражники нужно проскочить. Есть, успели. На маяке мы уже ранее... Нет, кажется, не были. Ой, я думал, мы обошли вас. Раскакали мимо. Мы что-то немного ошиблись, ладно. Мы тут разберемся, пока вас никто не видит. Чтобы не было крепления. Куда это ты собрался? Все, не надо нам мешать. Мы на задании.
себя как мужчина. Сейчас мы с вами разберемся, мужчины. Я хочу есть. Можно мне чего-нибудь поесть? Сеньор, накормите меня. Баста, у меня от тебя голова раскалывается. Так. Так, так, так. Это последний шанс, Катерина. Или яблоко, или я сломаю мальчишке ноги. Он там! Он убегает! Мечтать не вредно. Давай, 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 давай. Все, больше нету стражников. Так. И... Здравствуйте! Катерина сглупила, отправив тебя сюда. А может, это ты глупец, раз готов умереть за пару монет? Оно того стоило. Благодаря мне господин получит то, что хотел. Тогда умри. Гордость это тебе скорее не поможет. Всего отвлекающий маневр. Покойся с миром. Чтобы грозный Эцу там всех не вырезал, а побежал спасать детишек, а они тем временем будут штурмовать и пытаться забрать яблоко. Спасибо, сеньор! Поэтому мы вроде синхронизировались. Крестный отец, тем не менее, задание мы выполнили. Но давайте еще раз синхронизируемся. Заодно посмотрим, может, что тут увидим. Какие отряды вражеские, может, не увидим. Не знаю. О, синхронизировались. Карту обновили. Ну ладно. Уже плюс есть. И в дальнейшем мы отправимся на наше следующее сюжетное задание.